Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Howard Hughes scores the contest, 48-47, Shevchenko. David Lethleby scores it, 48-47, Santos. And Clemens Werner scores the contest, 49-46, for the winner by split decision, and still the undisputed UFC flyweight champion of the world, Valentina Shevchenko. Чемпионка, это была самая тяжелая титульная защита для тебя. Когда ты вышла в центр октагона, была ли ты уверена, что сделала достаточно для победы? О боже, путь в Сингапур был очень тяжелым, мы 30 часов сюда летели, просто ужас. Но так, да, конечно, после каждого поединка ты находишь что-то, что можно сделать лучше. И это то, что присуще мне, настоящее чемпионское мышление. Я никогда не удовлетворена своим выступлением. Из раза в раз я стараюсь становиться лучше. Но я сделала все, что могла, оставила свое сердце в этом октагоне. Так что да, как я всегда говорю, люди, фанаты ММА, я оставляю здесь свое сердце. Удалось ли Тайле удивить тебя чем-то? Может быть, ее способностью проводить тейкдауны или контролем на земле? Удивила ли она тебя? Ну, примерно такого я ожидала. Я ожидала, что она будет тяжелее, и, как мы знаем, в ММА каждый килограмм играет роль. Давай посмотрим на твою работу. Ближе к концу поединка твои тейкдауны начали проходить, особенно в пятом раунде. И этим ты закрепила свою победу. Ожидала ли ты, что придется так много бороться в поединке с Тайлой? Вообще, честно говоря, она говорила, что будет работать в грэпплинге, поэтому я ожидала работу на земле. А в других ее поединках я видела, что она много бьется в стойке, так что я ожидала и грэпплинг, и ударку. Знаешь, я понимаю, что после такого непростого поединка нужен перерыв, но Дэна Уайт сказал, что если ты выиграешь этот бой, ты можешь делать все, что захочешь. Есть ли у тебя какие-то идеи насчет будущего? Я хочу двигаться дальше, хочу становиться лучше. Хочу продолжать биться, неважно с кем, неважно где. В легчайшем, наилегчайшем весе я здесь, просто давайте мне оппоненток. Поздравляю с очередной защитой титула, леди и джентльмены. Аплодисменты пуле Валентине Шевченко.